Продолжение босса с какашечкой. Химку, издай химку, химку издай! Не успел. Нет, ты не будешь. Я сейчас, Химку давай, да, как пал. Пердану, с подливой. Он концентрируется, он концентрат. Все, сейчас его вынесем. Приходите быстрее. Знаешь, типа, она тебя сожрет, а наоборот. Она тебя посрет, нафиг ты. А, хилку, хилку давай! Давай, я приму удар на себя. Заходи. Сначала я тебе предлагаю сначала этих тварей убить, выпрямишь. Я этим хотел заняться. Ударь его, ударь сейчас, ударь. Не заходить к вам? Да. Нет! Фух. Я сейчас сдохну. Параллель, все, я сдыхаю. Да, плес не так часто, просто контролирую его. Только без меня не добивайте плес. Реально вот не добивайте. Я сейчас зайду. Просто бейте уж, он не предел. Ну блин, мы так и бьем. Ну, когда всех выкосите, его не добивайте. Он уже очень маленький. И очень часто бздит. Я зашел. Бьем его, бьем. Есть! Я думаю, это я сдох. Доспехи, кольцо, топор. Чего вы все подбираете, как бешеные? Так, у нас этот, общий вот. Так, о, да, он не общий, печальный, а... Короче, у каждого свое, вот так. Ты, короче, видишь только свой вот. Есть у кого что для мага? Навык владения мечом сойдет? Он у меня уже есть. Сокрушитель, охренеть. Может, я глушу цель. Маг здоровья плюс 5. О, смотрите. Стёганые доспехи. А, я же не прокачался, смотри. Нажми, короче, Escape, там персонаж. Прокачивайся. Гаета. Дамаг 88. Гаета? Это кинжал, который? Да-да-да. Дай плес. Сейчас кинжалы я вкачал. Так, чтоб еще вкачать. Пока сойдет. Можно потом перекинуть лут. Ну, как лут. Фигурки эти. Спасибо. Перцев на эти. Гаетка. Газета. Так, массаж горячих клавишу. 3. Газетка. Кстати, лишний лут не выбрасывай, его можно продать. Угу. Кайф, такс. У меня на мага только ничего. Так, кто у нас кем будет? Ну, я маг. Я тихий убийц. Я тихий убийц. Нет, не. Ну я прокачал себе меч, луки, доспехи, тьма и исцеление. А за исцеление я могу всех лечить? Ну, я маг так-то. Ну, исцеление вроде на тебя действует. Не тут, у меня есть сокрушитель, это как булава, только раритетно. Вы можете оглушить цель, это ж бомба, мне кажется. Навык владения мечом 1. Когда я не мечник, но у меня есть на выходе не меч. Слушай, а в доме героя он чисто для одного персонажа или для всех? Для одного. Обидно. Почему? Ну смотри, у тебя 50 персонажей, ты заходишь и берешь лут. Я тут сейчас мечник одену. Я тут, да. Так, вы поняли? Мне потом она понадобится, если что, она здесь. Ты что изучаешь? А, стоп, Фуфур, ты мечник? Нет, я качок. Ну, а что ты прокачал? Всё. О, у меня есть кольцо убийцы, дополнительный ранг с жалами. Подойдет? Да, дай плес. Окей. От души? А то, что ты мечи вкачал? Или... Ну, ты чё прокачивал? Много чего прокачивал. Но мечи ты прокачал, расскажи. Да, вроде бы. Возьми тогда. А у меня уже есть такое. Я его поставил. Ладно, у меня, короче, куча ненужного говна выпала. Небольшой топор солдата, сокрушитель.
Короче, все самое топ выдали мне. Урод. Хотя ты ничего не сделал, конечно. И того у меня где-то сотка дамага будет. Кинжалом. Ну, на второго босса самое то. А вот, кстати, информация. Короче, боссы выпадают, ну, всегда достаются каждому игроку. Так что вас не...